Приветствуем вас, церковь дорогая. Мы очень рады, что мы можем быть здесь. Для меня Нарва вообще как родная стала. Я здесь у вас и Новый год праздновала, правда, в другой церкви, так что мне вы все как родные. Мы во славу Божию хотим спеть псалом. И, как бы, знаете, говорить можно многое, но важно Бога в делах показать. Вот. Но мы споем. Думаю, Богу это будет жертва тоже благоугодная, если мы с чистыми сердцами перед Ним предстаем. Так что, пожалуйста. Можете присесть. Царский удел вековой, что мне гимны хвалебные пира, если нет Иисуса со мной, что мне радости, что мне печали, что волнение или покой, отличу день от ночи едва ли, если нет Иисуса со мной. Без Него пустыню, без Него сердце высушит зной. У воды я от жажды погибну, если нет Иисуса со мной. Что мне чаша владык венценосных, что мне проку от славы земной? Не найду себе места под солнцем, если нет Иисуса со мной. Без Него остановится время, без Него я ничто в прах земной. Мне из жизни посильное бремя, если нет Иисуса со мной. Вековой, что мне гимны, хвалебные пира, если нет Иисуса со мной. Без Него остановится время, без Него я ничто, прах земной. Мне и жизнь непосильное бремя, если нет Иисуса со мной. Сердце выше.
Слава Господу, дорогие братья и сестры! Я также, в свою очередь, хочу спеть во славу Господа Бога в назидание для Церкви Божьей. Псалом один, который Господь положил мне на сердце. Знаете, Господь Иисус Христос, Он любит каждого из нас. Он привел нас сюда. До этого места Он нам помог, не правда ли? И благодаря нашему Иисусу Христу мы живы, мы идем вперед. Мы, несмотря ни на какие трудности, мы смотрим вперед на Иисуса Христа. Мы смотрим на Голгофу, когда нам тяжело, когда нам трудно, когда мы падаем, когда мы изнемогаем, когда мы согрешаем. Наш взор на Иисуса Христа, на Голгофу. И только там исцеление души нашей. Только там свобода наша, только там победа наша. Слава нашему Господу! Со мной. Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Противник много раскаленных стрел пускал уже, сразить меня хотел. Я без тебя не продержусь и дня. Наставник веры, не оставь меня. Ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Господь, а если я усну, как Лазаря в пещере разбуди, от смерти в жизнь меня переведи. Я оживаться с малых лет гораст, но ты меня наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Я оживаться с малых лет гораст, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла, не уходи, мне нужен твой совет.
Слава Господу! Дорогая Церковь Божия, приветствую вас именем Иисуса Христа. Приятно быть в собрании. Так Бог чудно устроил и благословил нас, что нас принимали как родных, даже можно сказать лучше, чем родных. Поэтому мы этим тронуты, лично я. И хочется сказать спасибо вам за открытость вашу, за доброту. Я знаю, что это ценно перед Богом, когда человек открыт для Него, когда все делает так, как во славу Божию. И интересную тему ваш пастор сказал, путь. И вы, наверное, на протяжении, как я понял, этого времени размышляли. И сидя, я вот так же размышлял, что однажды этот путь, он начался в нашей жизни. Немножко я расскажу о себе. Меня зовут Саша, мне 37 лет. В 23 года в моей жизни наступил кризис. Так получилось, что я попал в зависимость наркотическую. 8 лет я употреблял наркотики. И в 23 года довольно юный возраст. Но я очень разочаровался в жизни, я не видел никакого просвета, ни будущего. Отвернулась семья, отвернулись друзья, родные, близкие, светлого ничего не было. И в такой момент в жизни Бог пришел в мою жизнь. Он постучал в мое сердце, я каялся в тюрьме, и после того момента моя жизнь, она поменялась. И сегодня, уже больше 14 лет я с Богом, Бог подарил прекрасную жену, семью, подарил детишек, поэтому я благодарен Ему за это. И слово, которое я хочу читать, оно также о пути. Вы знаете, путь в жизни начинается, но он всегда тяжелый и трудный. И на пути хорошо иметь силу, хорошо иметь твердость, хорошо иметь источник, откуда все это брать. И место Писания, с которого я хочу читать, оно будет записано во втором послании Тимофею. Второе послание Тимофею, первая глава. Почему это нам подходит? Тимофей был молодой служитель. Если кто изучает Библию, он знает, что это был сподвижник апостола Павла. И послание Тимофею написал сам апостол Павел. По истории или, скажем так, по контексту этого места он писал одно из последних, наверное, посланий, как говорят историки, уже в преклонном возрасте. И для апостола Павла было важно наставить молодого юношу, а молодому юноше было важно пройти вот этот путь, Божий путь, на который он вступил. Буду читать несколько выражений. Второе послание Тимофею, первая глава, 12 стих, со второго предложения. «Ибо я знаю, в кого уверовал». Вот эти несколько слов. «Ибо я знаю, в кого уверовал». Еще раз напомню, что это обращение апостола Павла к молодому служителю. И вы знаете, сказать эти слова очень просто. Когда бы нас спросили, может быть, или сказать их действительно легко, но важно понимать ситуацию или контекст, в который были сказаны эти слова. И контекст, который здесь находился, или те обстоятельства в жизни, которые сложились в жизни служителя апостола Павла, который произносил вот эти вот слова в наставление, он не вызывал, скажем так, с человеческого понимания много восторга или радости. Павел находился в темнице. То место, где обычно нету радости. Я был не один раз в заключении, я знаю, что говорю. И это не то место, где люди как бы восторгом живут. Там жизнь тянется медленно, как бы там такого, скажем, радостного не особо что и находишь. Мало того, что он находился в узах, он находился там по ложному обвинению. Я понимаю, когда человека наказывают справедливо, может быть, или какие-то есть вещи, когда ты пострадал за то, что ты сделал, это одно. Но когда по ложному обвинению несправедливо, то наша вера, она порой бывает поколеблема. Мы начинаем задавать вопросы: «Господи, почему так случилось? Из-за чего так получилось?» И много различных ситуаций. Другой момент, который также очень трудный, здесь говорится, или апостол Павел пишет, что при первом моем ответе никого не было со мною. Он был оставлен всеми. Много добра он сделал людям, многим проповедовал Евангелие, многих Божье Слово касалось.
Но интересно, что в трудный момент или обстоятельства своей жизни он был оставлен. И здесь говорится, что да не вменится им. И опять можно так размышлять, думать, как говорится, о том состоянии или положении. И интересно то, что я даже размышлял, что этот человек, он ободряет молодого, хотя у самого в жизни такие ситуации. И, наверное, самое такое тяжелое, трагичное, все мы дорожим жизнью. И вот здесь 6 стих говорит о том, что «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». Еще одна вещь, апостол Павел понимал, что от этих уз Бог его не избавит. И жертва, это, знаете, это то, что приносится в жертву. Это не то, когда, скажем так, вдруг обстоятельства сложились, угроза на жизнь нависла или еще что-то. Но это когда человек смиренно понимал, что вот эти обстоятельства или эти узы в жизни, они не поменяются. И вот было положение Тимофея, я не знаю, мы можем только догадываться, размышлять. 7 стих коротко нам говорит в 1 главе, что «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия». Это слова апостола Павла. Я думаю, что Тимофей, может быть, он находился в страхе, может быть, какие-то обстоятельства, может быть, еще что-то. Не это важно. Важно то, что вот эти слова, которые мы читали в начале, как здесь говорит апостол Павел, что «Ибо я знаю, в кого уверовал». Дорогой друг, в начале пути важно иметь вот это знание. И библейское слово «знать», оно не имеет значения только то, что мы имеем знание. Очень часто в юном возрасте у нас знание. Мы знаем, что Бог милующий, мы знаем, что Бог спасающий, мы знаем, что Бог избавляющий. Но контекст или понимание библейского слова «знаю» — это переживание на практике и на опыте. Это когда я приблизился к тому и узнал, что Бог действительно спасает. Это когда я обратился и действительно узнал, что Бог отвечает на мои молитвы. Это когда я соприкоснулся и понял, что есть святость Божия, она не терпит греха в моей жизни. Это то, что когда я, приходя к Господу, понимаю величие того, перед кем я стою, и кто Он, а кто я. И для нас сегодня, молодых людей, здесь в основном молодежь, важно знать, в кого вы уверовали. Дорогой друг, и сегодня я хотел смотреть на 3 качества Господа, в которого уверовал апостол Павел. С чего начинался путь в жизни этого человека? Он был юношей. Однажды и он был наставлен, если кто знает еврейскую историю, детей учили очень серьезно в еврейских общинах. Обучение занимало примерно 15 лет, когда человек мог уже со своим наставником или учителем выходить, как говорится, и учиться у него уже проповедовать, ходить в синагоги, служить людям, проводить богослужения. Но до этого момента 15 лет в него закладывали Писание. Божье Слово, Божий закон, часть заучивалась наизусть. И вот Писание нам говорит, что Павел, если я не ошибаюсь, он учился у ног Гамалиила. Он был наставлен с самого детства. И вы знаете, однажды в его ситуации наступил очень интересный момент. Мы обратимся к книге «Деяния апостолов», 9 глава. Вот здесь начинается путь апостола Павла. Если смотреть чуть-чуть раньше, было событие, когда побивали Стефана, юноша, Савл. Он стоял и смотрел на вот этого человека. Когда тот молился и говорил, что я вижу небо отверстым, и стоит Господь одесную, и ангелы. И вот апостол Павел, написано, что он тогда еще был Савл, одобрял это убиение. Но вы знаете, я думаю, что в сердце его откладывались вот эти вещи. Я думаю, что это не оставляло его безразличным. И вот дальше говорится, что Савл, еще дыша угрозами и убийством. Это Деяния апостолов, 9 глава, 1 стих. Ситуация, в которой этот человек находился. Ситуация в юном возрасте, который был наставлен, который был не был чужд Писанию. Говорится о том, что еще дыша убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Пришел с определенной целью. Он выпросил у него письма в Дамаск, синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Вот этим была наполнена его жизнь, вот этим он жил, вот этим он занимался. И дальше говорится, что когда же он шел и приближался к Дамаску, вдруг произошла одна ситуация. Мы читаем, что внезапно осиял его свет с неба, и он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Вы знаете, знания было очень много о Боге.
Очень много было писания в сердце, заученные главы, различные вещи, но Бога там не было. Не было того, с кем он здесь повстречался на этой дороге. И он сказал: «Кто ты, Господи?» Вы знаете, иногда мы зачастую слышим много о Боге, но мы не знаем Господа. Мы не понимаем Его путей, размышлений. И вот здесь, на этой дороге, он услышал простой ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». Надо было бы что-то еще объяснять, или надо было бы еще что-то говорить. Господь сказал лишь одну вещь: «Трудно идти тебе против рожна. Тяжело тебе в этой жизни. Хотя ты, может быть, одел все вот это, как говорится, ты знаешь закон, Писание, ты с детства был наставлен. Жизнь твоя была праведна пред Богом». Мы, давайте понимать правильно, он не грешил в своей жизни, он не предавался каким-то вещам, он не находился в вертепах каких-то или еще. С утра его жизнь начиналась с молитвы, в обед она продолжалась, служение было в субботу в синагоге, то есть его жизнь отличалась. Это был праведный человек, наставленный, он посвятил свою жизнь на служение, не имел жены, не имел семьи, был ревностен до, скажем так, всей своей внутренности. Но вот получилось то, что в жизни он разминулся с Богом на этом жизненном пути. И должно было наступить то время, когда вот на этой дороге в Дамаск Господь встретил его. Дорогой друг, ты сегодня можешь ходить в церковь год, два, три, в юном возрасте. Ты с детства можешь слышать Писание. Ты можешь быть наставлен в этом всем, как говорится, или впитать это с молоком матери. Но, дорогой друг, ты можешь так и не знать Господа в своей жизни. И поэтому эта ситуация, она как-то косвенно касается и нас. И вы знаете, размышляя по этому, то есть что можно сказать? По нашему человеческому пониманию, враг Савл Христа, здесь по-другому не назовешь. И мы привыкли, что к нашим врагам какое-то нет снисхождения. Мы хотим, чтобы их закрывали, чтобы их там, как говорится... Когда бывает простой человеческий суд, мы торжествуем, когда преступника закрывают. Нам как-то в сердце приятно делается. И я, размышляя вот так вот, думал, почему же Бог не упрекнул, не сказал, не напомнил. Мы здесь не прочитаем, что Господь сказал, что вот ты убийца, вот ты, как говорится, гонитель или еще кто-то. Он ему сказал просто, что трудно тебе в этой жизни, тяжело тебе, друг. И на вот этой вот встрече Бог показал всю свою милость апостолу Павлу. По закону, по еврейскому закону, его надо было предать смерти. Это враг и противник Господа, таких побивали камнями. И апостол Павел понимал это в своей жизни. Бог не сделал этого. Вместо этого он сказал ему, что он в трепете и ужасе, написано, сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» То есть как вот эту вот всю мою вину или эту жизнь, как искупить пред Тобою? Я понимаю, что он понимал весь этот ужас своей ситуации. Он оказался тем, кто преследовал Иисуса всю свою сознательную жизнь, которого гнал, которого пинал, которого, как говорится, издевался над верующими людьми. Что повелишь делать? Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надо делать». Дорогой друг, вот эта милость и вот этот призыв в жизни апостола Павла, вот эта встреча, она поменяла всю его жизнь. После этого момента мы в Писании нигде не найдем, чтобы он кого-то преследовал, чтобы он кого-то гнал. Его сердце преобразилось. Те, кто читает Библию, понимают, что он ослеп, как бы его взяли под руки, беспомощного повели. Вопрос: прозреет, не прозреет, вернется это зрение, не вернется, возраст юный, вся жизнь впереди. Но пришел человек, которому было сказано: возложи руки, благослови. Почему? Потому что это есть сосуд избранный, который будет совершать дело Божие. И сегодня для нас важно понимать, я понимаю так, что много милости в своей жизни мы получили от Господа, как и этот человек. Дорогой друг, дорогой брат и сестра, у Бога достаточно милости. Несмотря на то, что ты делал в своей жизни хорошие вещи, плохие, Бог не смотрит на ситуацию так, как смотрим мы люди. Бог не взвешивает человека так, как взвешиваем мы. Почему? Потому что только Он знает сущность и внутренность, только Он знает то сердце, которое бьется в твоей груди, только Он знает твои помыслы, намерения, только Он знает все то, что внутри тебя. И только Он может это преобразить, благословить и изменить так, как Ему угодно, для той цели, для которой Ему угодно. И подытожив, может быть, первую вещь, наш путь начинается со встречи. Если ты сегодня еще не встретил того, кто может повести тебя по этой жизненной дороге, хорошее время, благословенный день, когда Господь может выйти тебе навстречу, как мы слышали, нам надо сделать только шаг. И Бог сделает к нам навстречу другой шаг.
Есть в сердце вопросы, Бог имеет ответы. Есть в сердце нужда, Бог имеет ответ. Есть в сердце какая-то скорбь, Бог имеет радость, которую может дать тебе сегодня. И это не миф, это не сказка, это реальность. Мы или каждый из вас, и в том числе я, переживаем это в жизни своей. Вторая вещь или вторая сущность Господа, в которого веровал апостол Павел, мы можем прочитать во втором послании Тимофею, во второй главе с 11 по 13 стих. Второе послание Тимофею, вторая глава с 11 по 13 стих. Верно слово. Верно это значит правильно и непеременно, то есть на самом деле так есть. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. 13 стих. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Вторая вещь, которую увидел апостол Павел в своей жизни, и качество Господа – это верность. Дорогой друг, Божья верность дает нам защищенность. И здесь говорится о том, что мы не всегда бываем верны Господу. Но здесь говорится о том, что если мы неверны, Он остается верен. Почему? Себя отречься не может. Божья сущность или Божье естество – это верность. Верность Господа к человеку. Верность Его слову, верность Его призыву, верность Его спасению, верность Его целям. Верность вот этому узкому тернистому пути. Всегда Бог на нем остается верным. Как бы нам ни казалось, может быть, какие бы обстоятельства нас ни окружали. В жизни апостола Павла были трудные обстоятельства не только в этом вот контексте этого послания. Когда только начиналось его служение, однажды они с силой оказались в тюрьме. Вы знаете эту историю, это 16 глава Деяний апостолов. И интересно то, что они делали, когда наступила полночь или вечер, они начали воспевать, молиться. Вы знаете, за свою жизнь я никого не встречал, чтобы в тюрьме пели, молились, там воспевали как-то. Но эти люди это делали. И написано, что узники, которые сидели рядом и не слушали, для них это было интересно, что же там происходило. И мы потом знаем, что темница поколебалась так, что погас свет, открылись все двери, и уже сторож хотел себя умертвить. Апостол Павел его остановил, они вышли, он проповедовал Евангелие. Этот страж, он покаялся со всей своей семьей, даже принял крещение. То есть вот так Бог исполнял свою верность жизни вот этого человека. Можно было бы задать вопрос: Господи, почему я оказался в темнице? Есть другие моменты, крушение корабля, Деяния апостолов, 27 глава. Там также описано о том, что когда пристали к пристаням, и вот знаете, корабельщики или люди, которые умные, они как бы посмотрели, подул, говорит, легкий ветер, и уже вот показалось, вот оно то желанное, вот оно то, как говорится, что сейчас доплывем. Но апостол Павел, он предупреждал, говорит, что вижу, что плавание будет затруднение. Даже в тот момент там есть интересные очень такие моменты, когда уже потерялась всякая надежда ко спасению. Интересно, что все пришли в уныние, они сбросили груз с корабля, уже там, как говорится, и надежда на существование исчезала. Вдруг апостол Павел встал, ободрился, говорит: ободритесь. Бог, которому я служу, он дал мне ответ, что ни одна душа из вас не погибнет. Вот это была милость и верность Господа в жизни не только апостола Павла, но и этих людей. И он сказал, что он даровал всех, кто плывет на этом корабле, вы также все будете живы. Вот эта радостная весть, которая была в их жизни, то есть Господь всегда доказывал свою верность тому, кто доверил ему свою жизнь. Дорогой друг, и я много слышал свидетельств также в жизни верующих людей, когда были серьезные моменты даже в жизни служителей, одна женщина, она делилась, что 40 лет она была в служении, и потом как-то на закате она заболела лейкемией. И интересно то, что это исцеление, оно было мучительное, то есть и молились, и, как говорится, не становилось легче, там, в общем, различные осложнения. В конечном итоге, то есть уже когда, кажется, весь этот человеческий ресурс исчерпан, Бог оставил ей жизнь. И вот интересно то, что когда она делилась, она сказала одни слова, что часто жизнь бывает несправедливой к верующим людям, не говоря уже о неверующих. Но она сказала одну вещь: но Бог остается верным. Верным в любой ситуации. Поэтому и для нас сегодня, может быть, для тех, кто ослаб, кому тяжело, на этом пути
кто, может быть, разочаровался в каких-то вещах. Дорогой друг, я хочу напомнить тебе, что Господь, Он остается верный. Он видит твою нужду, переживание, радость. Если ты сегодня в радости, Господь все равно остается верным. Солнце взошло над нами, день обновился, милость Божия к нам обновилась. Его защита, забота, она всегда с нами. Его Дух, Он объемлет нас, верующих людей, даже и неверующих тоже. Почему? Потому что они дети Божьи. Те еще, которые не познали, не пришли в Дом Отца. Но тем более те, которые уже вкусили, и те, которые приблизились к этой милости и благости Божией. Поэтому пусть Господь благословит. И третий момент, в которого, или качество Господа, в которого уверовал апостол Павел, это Господь справедливый или праведный. Об этом мы читаем в этом же послании, в 4 главе, в 8 стихе. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Еще одно качество Господа – это праведный судья. Дорогой друг, это важно. Не всегда люди придают этому значению. Бог – это также судья. И праведный, то есть справедливый. Я также бывал не на одном суде. Я видел различные судьи, где судьи подкупали, где, как говорится, менялось или извращалось правосудие. Мы можем это видеть, замечать по нашим странам, по каким-то еще вещам. Но есть праведный судья, неподкупный, которого нельзя купить, на которого нельзя повлиять, которого нельзя изменить. И вот этот праведный суд, он дает для нас защищенность. То есть те вещи или те обстоятельства в жизни, они взвешены будут правильно. Тогда, когда наша жизнь, она, возможно, подойдет к закату, к концу, что хочется сказать молодым на пути? Молодежь, помните, что есть праведный судья и над вами, который будет взвешивать вашу жизнь. Это не запугивание, это, как говорится, не какие-то вещи, но однажды мы все предстанем перед ним, и каждый даст отчет. Это истина, это факт. И чем, скажем так, старше наша жизнь, тем, как говорится, более переосмысленная она становится, более на какие-то вещи мы возлагаем уже больше попечения, что-то важно, что-то неважно. В молодом возрасте кажется по одному, в старом по-другому. Но вот здесь Павел понимал о том, что есть вот эта праведность Божия и праведный суд в жизни. И вы знаете, этот суд, он не совершается здесь на земле. Иногда люди обманчиво думают, что вот этот праведный суд, он обычно здесь на земле. Нет, дорогой друг, он будет там в небе. Почему, смотря на жизнь вот этого человека, который говорил эти слова, я хотел бы даже прочитать эту жизнь, которая записана в послании к Коринфянам. Апостол Павел однажды, он говорит: «Дошел я до безумия, вы меня вынудили на это», чтобы рассказать все то, что было с ним. 11 глава. С 23 стиха по 27. «Христовы служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Вот это жизнь помазанного человека. И если нам показать или спросить, кто бы хотел такую жизнь? Если так вот откровенно или честно, я бы не хотел. Почему? Непонятно, хватило бы сил, то есть пройти вот этот путь. И вот интересно то, что вот этот человек на закате, он говорит о праведном Божьем суде, о том, что есть судья, который может судить справедливо. И, дорогой друг, что хочется этим сказать? Я слышал одну историю об одном миссионере. Он очень много времени провел на миссиях, практически всю свою жизнь. Они отказались от такого, скажем, детей поставили на ноги, получили те образования, отправили в жизнь, и вот они оставшиеся годы посвятили на миссии. И вот когда он однажды возвращался с миссии, жена уже отошла к Господу, он возвращался на корабле, может быть, кто-то из вас слышал эту историю, это не сказка, это на самом деле было, и с ним возвращался один знаменитый человек.
И вот когда уже подплывали к порту, он увидел там собрание народа, фотографы, камеры, там такой ажиотаж пошел. И вот он, как говорится, спускали трап, выходил этот человек, там все фотографировали, он постоял, посмотрел, вся эта толпа рассеялась, спустился и говорит: иду в сердце своем и думаю, что, Господи, никто меня даже встретить не пришел. Всю свою жизнь я посвятил тебе на миссиях, жена умерла, там еще где-то, как говорится, и вот, говорит, в груди своей я услышал голос: подожди, ты еще не вернулся домой. Дорогой друг, есть дом на небе, не здесь на земле, где есть праведный Божий суд. На всякое нечестие, на всякую справедливость, на всякую, как говорится, милость, доброту человеческую. Есть праведный Отец, который ожидает каждого. Божья цель, Божье призвание в жизни для человека – это не здесь на земле, это там на небе. Дорогой друг, и как вам пастор говорил, что есть путь, который ведет туда. Наша цель с вами – пройти этот путь, вернуться домой. Поэтому пусть Господь благословит и поможет, чтобы на этом пути нас хоть не стеснялся какими-то обременительными вещами, какими-то, может быть, заботами, еще какими-то. И хочется оставить такое радостное, как говорится, пожелание вам. Я знаю, в кого уверовал. Дорогой друг, знаешь ли ты сегодня, в кого уверовал ты? Изменилась ли твоя жизнь присутствием Божьим? Познал ли ты вот эту справедливость? Познал ли ты верность Господа сегодня? Понимаешь ли ты всю праведность Божию в твоей жизни, для тебя? Если нет, есть прекрасная возможность. Будет служение. Может быть, кого-то Господь призовет сегодня. Может быть, кому-то в дверь постучит. Дорогой друг, немедли. Этот путь не начинается без встречи. Я говорил, что можно много знать о Господе, можно много знать Божьего Слова, можно быть наставленным с детства. Но если эта встреча не произошла, ты еще не на этом пути. Ты должен повстречать того, кто поведет тебя по этому пути. Ты должен доверить свою жизнь тому, кто даст тебе силы пройти, кто даст тебе свою верность, кто даст тебе свою справедливость в этой жизни. Поэтому радостная весть для нас сегодня, в первую очередь, Бог, Его сердце – это милость к нам, людям. Он милосердный, Он благой, Он совершенный. Вторая вещь, дорогой друг, если ты разочаровался, это Божья верность. Она тебя всегда ведет и хранит. Может быть, не всегда в жизни здесь понятны эти вещи, но я думаю, в вечности мы многое увидим, мы многое поймем. Насколько верен был Бог каждому из нас. И третий момент, о котором всегда стоит думать и не забывать, это праведный Божий суд, который однажды свершится на этой земле. Как бы ты ни хотел оттянуть это время, это не в твоей власти. Это все определено Богом от самого создания мира. И однажды этот день наступит, и в Библии говорится, что это будет великий и славный день, когда Спаситель придет забрать всех себе. Поэтому хочется пожелать вам Божьих благословений. Пусть ваши сердца укрепятся, и пусть Господь, Он пребудет и дальше с нами и в нашей жизни. Аминь. Сила Духа Святого сокрушает любые
силой наполняет, духом нас соединяет. Нас ведет одна дорога, истина и жизнь от Бога. Мы рожденные в пустыне, прославляем Его имя. Словно огня нас ведет среди ночи, раздвигает моря, если хочет. Словно огня сила Духа Святого сокрушает. «Любишь ли?» — спросил Иисус когда-то Симона Петра. «Сегодня я не жду вопроса, сегодня спрашиваю я сама тебя. Господь Иисус, люблю ли я тебя, мой Бог? Какой видишь меня ты, какое сердце пред тобой? И вижу я свой жизни путь, и как мала моя любовь, как часто это лишь слова, на деле же ничто, ничто. Молитвы скудны, я тебя так мало в каждом дне ищу, но прилепляюсь к суете, и прилепляюсь я к тому, что временно, а к небесам. Взор стремится не всегда. И гнусь под тяжестью забот, и гнусь под тяжестью греха. Служить я часто не хочу, мне поудобней, побыстрей, чтоб меньше сил вложить мне в труд. И корни уж пустила лень. И страшно тебе сказать, хоть вижу, как ты нужен всем, кто так несчастен без тебя, кто тонет, вязнет во грехе. Но души близких и родных порой просто не ценю. Как мало им дарю любви, как мало я за них молюсь. Но много едких слов, обид я каждый день спешу отдать. Намного меньше доброты, внимания, нежности, тепла. Так редко я спрашиваю о том, чем мне почтить отца, чем послужить, чем угодить, чем мне порадовать тебя. Все это ли, Господь, любовь
И это ли чего достоин ты, творец земли и Бог богов? О нет, всего достоин ты, всего. Не часть меня и моей жизни тебе должна я приносить, но все, я меньше. Ведь и ты не предложил мне пол себя, пол сердца своего, любви. Но ты отдал мне все, любя, чтоб я могла счастливой быть, чтоб я сегодня здесь стояла, чтоб сердце рвалось в небеса, чтоб в мире этом улыбалась и жизнью славила тебя. Прости, люблю тебя так мало и часто, просто на словах. Но научи меня, Спаситель, любить тебя, любить тебя. Мы продолжим эту тему о том, что наша цель — это Господь, и просто хотим прославить имя Господа и как бы напомнить о том, что наш Господь, Он скоро придет, и просто будем готовить наши сердца к этому.
душа о всесильном Боге. Пусть слагается эта песнь каждым шагом твоей дороги, всем, что будет, и всем, что есть. Пой, душа, о великом Боге, не смолкая и в трудный час, когда камни летят под ноги, когда слезы бегут из глаз, когда грех поведет атаку, чтоб с дороги тебя столкнуть, когда сердце устанет плакать. Пой, душа, продолжая путь. В светлой вечности всех спасенных ждут награды за их труды. Там навеки умолкнут стоны, там не будет борьбы и зла. Прекратится земная битва, смолкнут звуки житейских гроз. Там не будут звучать молитвы, все заполнит собой Христос. Будем с Ним мы навечно вместе. Все земное пройдет, как пар, и останется только песня, удивительный небодар. Пой же, друг мой, в земных хождениях, и в суровый, и в добрый час. Пой и помни, что это пенье с небесами прямая связь. Пой, душа, о великом Боге, пусть твой светлый и верный труд приведет еще очень многих к покаянию, любви и добру. Слава Богу! Yeah.
Меня зовут Сергей. Возможно, как вы поняли, я коренной литовец. Я тоже пою в этом хоре. Правда, сегодня немножко не удалось. Может, как-нибудь еще приеду, спою вам. Хотелось бы прочитать одно местописание. Знаете, читая Библию, вспоминаю, что когда Иисус ходил по земле, Он менял многие жизни, жизни многих людей. И от некоторого человека я слышал такие слова. Когда мы разговаривали, он говорил о других людях, он сказал, что он не представляет, как эти люди такие могут прийти к Богу. И знаете, Иисус тоже менял жизни таких людей, которых сложно было представить, что они когда-то придут к Богу. Это был и мытарь Закхей, это был и мытарь Левий, и прочие такие подобные люди. Иисус когда-то говорил, что он такой образ представлял, что он стоит у двери и стучит. И кто сможет открыть дверь, кто захочет открыть дверь, тому человеку войдет Господь, и они будут вместе ужинать. И знаете, действительно, Господь хочет, чтобы каждый человек был бы спасен. Я не сказал ничего нового, наверное, вы каждый об этом знаете. И каждому он готов войти в дом. Знаете, и есть такая история в Библии о мытаре, о неком фарисее Симоне, который пригласил его в свой дом. И мне бы немножко хотелось посмотреть на эту историю. Я думаю, вы все эту историю знаете, если что, я вам расскажу. Читать мы ее не будем. Знаете, когда-то Симон, фарисей, пригласил Иисуса Христа. Вообще-то тогда было популярно приглашать Иисуса Христа. Даже если кому-то он не нравился, все равно его надо было пригласить, потому что это был довольно известный человек, довольно говорил интересные вещи, поэтому приглашали Христа очень многие. Но знаете, когда Иисус пришел в этот дом, он потом в конце сказал Симону несколько вещей. Он ему сказал три вещи, что «когда я пришел, ты мне не дал воды, чтобы умыть ноги, ты меня не поцеловал, и ты не помазал мою голову миром». И иногда, может быть, не совсем понятно нам, что означают эти образы, которые Господь говорит. Все-таки, знаете, вот эти все вещи, они больше относятся к Востоку. В нашей, по крайней мере, в литовской культуре у нас нету какого-то такого обычая каждый раз там целоваться, когда мы встречаем друг друга, или мазать голову миром. И что на самом деле это значит? На Востоке люди ходили в сандалиях, и их ноги действительно покрывались пылью, поэтому было принято подавать воду, чтобы он мог вымыть, чтобы гость мог вымыть свои ноги. Это был знак гостеприимства. Это был простой знак гостеприимства. Вторая вещь, что почему Иисус вот задал такой вопрос, что ты меня не поцеловал, это было распространенное приветствие на Востоке, это был знак любви и дружбы. Не обязательно это означало какие-то, может быть, близкие отношения, но в любом случае это показывало благорасположение того человека. И другое, когда Иисус сказал, что ему Симон не помазал голову миром, помазание миром – это был знак особого уважения. Делалось это только почетным гостям. Это не делалось кому попало. Был особый контингент людей, кому это можно было сделать. И хотелось бы теперь немножко подумать, что же эти знаки они означали для людей или означают сегодня для нас. Мы часто говорим, что Иисус Христос, чтобы Он жил в нашем сердце. Правда, мы, наверное, молимся, чтобы Иисус пришел в наше сердце, изменил нас, чтобы мы стали немножко ближе к Нему, чтобы, может быть, поступки наши стали немножко ближе к Нему. Мы часто об этом говорим, часто об этом молимся. Вы знаете, как люди, мы очень часто можем себя вести, как этот фарисей Симон. Симон не умыл ног Иисусу Христу. Почему? Возможно, Симон спешил. Не хотел тратить время на этот знак, банальный знак гостеприимства. Правда, ближе к делу.
Или, возможно, он просто забыл. Может, у него еще в голове была какая-то проповедь, которую он в синагоге услышал. Может быть, он думал о том, куда он пойдет после того, как выпроводит Христа из своего дома. Может, он думал о своих каких-то делах. Но знаете, в нашей жизни тоже так бывает, что мы привыкаем к нашей быстрой жизни и хотим, чтобы встреча со Христом прошла как можно быстрее. И, возможно, когда мы находимся в церкви, мы немножко уже думаем о других планах, о том, что мы будем делать, когда мы вернемся домой. Это у нас так построена жизнь, что мы все должны делать быстро, что у нас нет времени тратить на какие-то знаки гостеприимства. Да? Ну что это знак гостеприимства? Что он означал? Это ж такая мелочь. Наверное, фарисей Симон, наверное, так и подумал. И может, нам иногда тоже кажется, что ну какая мелочь? Главное, что я же пришел. Какая разница, о чем я думаю, когда я сижу на собрании? Какая разница, чем я, может, занимаюсь? Бывают и такие мысли. Но вот это была его большая ошибка, в чем его обвинил Иисус. Вторая вещь, то, что Симон не поцеловал Иисуса Христа. Мы тоже бывает, знаете, вот Симон не показал этот знак любви к Иисусу Христу. Возможно, он не был с ним согласен. Он не был согласен с его учением, ведь его учение было очень сильно отличалось от учения фарисеев и саддукеев. Возможно, ему Иисус вообще не нравился. Возможно, он считал его, как его называли, самозванцем. А может, он просто хотел на его имени стать популярным. Правда, просто пригласить, чтобы люди увидели, какие гости у него дома бывают. И вот некоторые люди часто тоже приходят ко Христу без каких-то дружественных чувств, без чувств любви, какими-то холодными. Делают это по обыкновению, возможно, чувствуя бремя, что «ну что, я родился в верующей семье, это бремя, увы». Или что их цель бывает от Бога что-то только получить. Главное – получить от Бога, а зачем что-то давать? Главное, чтобы Бог помог, может быть, помог в учебе, помог в работе, помог в семье, а все остальное не важно, ведь для этого только и есть Бог, да, чтобы от Него что-то брать, чтобы наша жизнь становилась лучше и лучше. Люди бывают и таких мнений. И третий пункт, то, что не помазал голову Христу, этим знаком Симон не захотел признать Христа выше себя, потому что, как я говорил, на Востоке мазали миром только особым людям, которые хотели выразить особое почтение. Он надеялся на свою праведность, а может, просто пожалел масло. И знаете, возможно, иногда мы тоже приходим ко Христу, зовем Его в свой дом, зовем Его в свое сердце, возможно, исповедуем Его, но мы не хотим признать Его выше себя. Может, мы его и называем Богом, мы его называем Господином, но в любом случае, глубоко в сердце мы понимаем, что мы же все-таки самые главные, что, возможно, даже ведь я такой праведный, у меня так много хороших поступков, у меня так много хороших дел, и зачем? Зачем мне какие-то особые чувства к Богу? Зачем мне признавать его выше, если я и так хороший человек, если я и так плачу десятину, красиво одеваюсь, не ругаюсь, у меня все есть. Зачем мне это? Ведь и без этого признания, может, можно как-то прожить. А возможно, Симон просто ждал какого-то другого человека, какого-то, может быть, члена Синедриона или первосвященника. И он хотел вот это масло отдать ему, не Христу, а другому человеку. И вот тоже иногда у нас бывает, что вот это главное место в нашем сердце мы хотим отдать кому-то другому. Может быть, это человек, которого мы очень сильно любим. Может быть, это вещь, которую мы очень сильно любим. Но в любом случае Христос сказал, что этим Симон поступил неправильно. И мы также, знаете, поступаем неправильно, если мы поступаем как фарисей Симон. Христос когда-то сказал слова, что «вы называете меня Богом своим, вы называете меня Спасителем, но, к сожалению, слов моих не исполняете». Иногда так бывает у человека, который называет
Христа Спасителем, который называет Христа величайшим, который когда-либо жил, но слов Его не исполняет. После встречи с Иисусом Христом многие люди находили новую жизнь, но для Симона эта встреча оказалась бесплодной и бессмысленной. И вопрос, может быть, Бог был бессилен? Может быть, Христос оказался бессильным, не смог изменить Симона? Видно, может быть, Христос не так силен, как о нем говорили, ведь какого-то фарисея не смог изменить. И многие люди приходят к Богу и говорят, что я побыл, но моя жизнь не изменилась. Я приходил на служение, я каялся, но моя жизнь не пришла в порядок, я не перестал грешить, я ничего в моей жизни не изменилось. И они говорят, наверное, Бог бессилен изменить меня, наверное, Бог этого не может сделать. Но мы должны вспомнить, что для того, чтобы позвать Иисуса Христа в свое сердце, не хватает просто, вы, может быть, это желание проявить. И не хватает даже просто, если образно сказать, чтобы Иисус пришел. Потому что к Симону он тоже Иисус пришел. Но что оказалось? Симон не принял Иисуса Христа, как надо было принять. И тоже это вопрос для нас. Как мы сегодня принимаем Иисуса Христа в свое сердце? Когда мы его зовем, ведем ли мы себя гостеприимно к Иисусу Христу? Или, возможно, мы немножко похожи на этого Симона-фарисея? Конечно, эти вещи, они в каком-то смысле очень сложные. Намного легче говорить, чем их исполнять. В античной Греции была такая должность у человека, назывался демагог. Он много что говорил, и это была хорошая должность. Это была популярная должность. Он что-то объяснял, что-то еще. Но знаете, со временем слово «демагог» абсолютно поменяло свое значение. Сегодня это означает «пустослов». Так легко перейти от человека, который стоит и говорит об этом всем, превратиться в простого пустослова, потому что надо исполнять слова, а, возможно, не только о них говорить. Действительно, это нелегко, но никто никогда не говорил, что будет легко, и никто не обещал, что путь христианина, он легкий. Путь христианина, он такой, какой задумал его Господь. И сегодня нам надо выбрать, или мы идем вместе с Иисусом Христом, или мы остаемся. Аминь.